На одном из пляжей Калифорнии стартовал чемпионат мира по собачьему серфингу. В Пасифик прибыла сотня спортивных четвероногих и их хозяев. Соревнования проходят в трех категориях – малые, средние и крупные породы. Вот выступление за серебряную медаль. Лабрадор Чарли из Сан-Диего на доске с 2 лет. Сейчас ему 7,5. Он занял 2-е место среди крупных собак. Чарли не сидит на месте. Все время прыгает с доски на доску. Его вес, безусловно, важный фактор для меня, потому что я не самый молодой парень, а он не самая маленькая собака. Вместе мы отличная команда. Он прекрасно знает, что делать. А вот и победитель среди крупных собак. Это 10-летняя собака-спасатель Фейт. Это невероятный опыт. Ее нашли в гараже. В детстве она много чего боялась. Как только начали выходить на пляж, она прыгнула на одну из досок. Я подумал, что можно попробовать и посмотреть, что получится. Четвероногих оценивают по нескольким параметрам: времени катания, техники, уверенности, размеру и силе волны. На доске они могут стоять, сидеть или лежать. Так много собак собралось на серфинг. Просто удивительно. Впервые такое вижу. Это здорово. Надеюсь, моя собака тоже захочет. В группу мелких собак входят псы весом от 0,5 килограмма, в группу крупных – от 18 килограммов и больше. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.